Мила Владимировна, в этом году ровно 50 лет, как вы связаны со школой нашей. Вы сюда пришли в 66-м году, правильно? Да. И были заведующим фортепианным отделом почти 20 лет. Да. Вот сейчас у нас здесь висят портреты наших педагогов истории школы, основателей. Некоторые работали даже в особой группе практически с первых дней. Это Кестнер Татьяна Евгеньевна, Хован Елена Петровна. Может быть, давайте прямо начнем вот просто по персоналиям. Вы знаете, я хочу чуть-чуть пораньше. Давайте. Просто сказать о том, что все-таки музыкальное образование в России, мы теперь говорим, вообще, даже в Советском Союзе еще давно, все-таки было лучшим в мире. Всегда. Особенно детское. И детское музыкальное образование. Потому что не было ни одного маленького городка, где не было бы музыкальной школы. Везде абсолютно, причем бесплатно дети занимались. И не просто это была какая-то анархия там в этих школах, а это подготавливали музыканты и методисты крупные, готовили программы, как вот тогда выстроенность. Понимаете, была система вот этих занятий, потому что тогда вот, значит, решили, что будет семилетка, потом будет училище 4 года, а потом уже, так сказать, вуз. И вот занимаясь в детских музыкальных школах, музыканты серьезные и методисты разрабатывали программы, что там они, дети, да, допустим, 7 классов, что они должны играть в первом классе, что во втором программы эти предлагали, так сказать, для педагогов. Конечно, они варьировались потом немножко и могли быть совершенствоваться или изменяться, но все-таки вот эта система, она была, конечно, очень такой стойкой и очень полезной. Это по всему Советскому Союзу, он был огромный у нас, везде занимались, потому что мы, ну, ты тоже сам прекрасно знаешь, все потом бывали на мастер-классах за рубежом, смотри, музыкальных школ-то у них вообще нет, вообще музыкальных детских школ нет, все занимаются только частным образом, поэтому базы настоящие ни у кого нет, вот мы, чем мы, так сказать, отличались и в чем брали, собственно говоря, тем, что настоящая была такая профессиональная, все-таки хорошая база. Так что вот это уже, так сказать, было заложено очень давно. Но потом, конечно, уже, так сказать, время проходило, и что-то надо было совершенствовать. И вот тогда вот это вот по инициативе Александра Борисовича и методиста Шацкого, вот возникла эта школа, не школа, а группа одаренных детей. Сначала младшие классы консерватории. Да, небольшая, она была небольшая, но действительно это талантливейшая. Там же и Леня Коган был, и Буся Гольштейн. И, между прочим, в этой группе была вот Ольга Михайловна, которая у вас несколько дней назад была, она сейчас профессор консерватории. Она тоже, кстати, ростовчанка, и я ростовчанка, из Ростова, кстати, очень много появилось музыкантов. И ваша студентка, одна из последних, которая только что выиграла конкурс в Лидсе, да, тоже из Ростова, Анька. Да, Соболева. И Нина Петровна Емельянова, помнишь, она даже деканом у нас была, прекрасная пианистка. Кальянов из Ростова. Кстати, теперешний декан Андрей Писарев, ростовчанин, у него родители там же. Ну, это, так сказать, просто кстати. А, значит, что еще сейчас, подожди-ка, что-то я говорю. Про детские музыкальные школы образования в Советском Союзе и России. И вот, значит, вот эта вот группа, Ольга Михайловна, одна единственная осталась из этой группы, которая там была. Уже не это времени, ведь она организовалась, по-моему, в 1932 году, так что времени прошло очень много, и Ольга Михайловна одна только осталась. Так что очень хорошо, что вы ее пригласили, и она рассказала об этом все-таки подробно. У нее, кстати, очень хорошая память, несмотря на ее очень преклонный возраст. Она, так сказать, все это рассказала. Так что я не буду об этой школе, об этой группе говорить ничего, потому что это уже, так сказать, у вас зафиксировано очень хорошо. А потом, собственно говоря, уже стал вопрос о том, чтобы расширяться. Понимаете, уже этой маленькой группы было мало.
И уже где-то в 1935-1936 году, по-моему, уже стал вопрос о том, чтобы создать школу. Уже была масса, конечно, и желающих, много очень талантливых ребят тоже приезжало и хотело учиться. Так что вот это... Но тут, к сожалению, что касается фиксации в документах и вообще, как говорят, архива вот этого куска, практически не было. С этим я столкнулась, когда сама начала работать и захотела все-таки посмотреть материалы, которые были, так сказать, раньше, и выяснилось, что ну, буквально ничего. Это очень жалко, такой пробел, в общем-то, понимаете, все-таки надо иметь обязательно вот такие архивные документы, которые потом для следующих поколений будут очень и поучительны, и интересны, понимаете, так что это вот очень жалко, что практически вот этот вот кусок этот такой фиксации работы школы отсутствует. Поэтому я даже думаю, что все-таки это, знаете, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Как там надо постараться восполнить, хотя бы просто словесными какими-то вот встречами с тем, кто тогда, вот скажем, та же Тамара Колос, между прочим, да. Все-таки она сама и училась с первого класса здесь и работает до сих пор. Понимаете, она, когда стала заведующей, вот она сейчас невозможно, она говорит, не может найти, что-то она записывала. Архив но ничего. Найдем. То ли у нее... говорили уже. Да? Да? Ну вот дай бог, чтобы что-то нашлось все-таки, понимаете? А так все-таки и она также может что-то и просто вспомнить. Больше того, знаете, какая мне мысль пришла в голову? Что если сейчас, знаете, сейчас в наш век интернета, вот такой бросить как бы клич, вы знаете, в интернете, чтобы те, кто учились когда-то в школе, прислали, вот у всех, я убеждена, есть какие-то программки старые, фотографии, понимаете, чтобы прислали в школу, это никогда не поздно, потому что вот вообще музеи, скажем, всего мира, они потом, допустим, пополняют свои всегда материалы, понимаете, какими-то новыми материалами. Вот как ты думаешь, это вообще, ну, возможно, по-моему, конечно. Это реально, да, ты по-моему. Знаешь, и Богу, и людям, и даже, кстати, вот с Евой вчера по телефону говорила, я есть, она говорит, конечно, вот у меня тоже есть какие-то, я говорю, вплоть до того, что она, между прочим, во дворе с мальчишками в футбол играла, понимаешь, не только о занятиях по специальности, потому что все говорят, что были прекрасные педагоги по общеобразовательным предметам, вот, и... Мне кажется, что, может быть, этим стоит воспользоваться вообще. Людмила вот. Владимировна, могу сказать, что все-таки у нас есть музей школы. Да. Мы этот музей... Он все-таки существует? Он существует, и он постоянно пополняется, его коллекция. И мы хотим в планах очень сделать хорошо. Вот такой же фильм про наш музей, буквально по годам, по там, временным отрезкам. Да. И тоже это в интернет все выложить, чтобы люди видели очень. Все. Вот, чтобы это было доступно. Теперь, что касается вот этих встреч, у меня в планах на сегодняшний день 56 встреч. Правда? Вы только пятая, да, мы только начали этот проект, так что очень я думаю, хорошо. Если вот так мы соберем такой материал, прекрасно. Это, в общем, интересная это такая работа. Это необходимо, просто, да, да. Просто совершенно необходимо. Короче говоря, я хочу, значит, подойти к этому времени, когда я начала работать, значит, почему до меня... была заведовала фортепианным отделом Люба Мудрова Наталья Андреевна. Да. Людмила Леонидовна, можно? Да. Мы да. начали, так сказать, из общего. Да. Вот еще один вопрос по общему. Да. Вот сейчас, ведь как и раньше было, так и сейчас огромное количество детских музыкальных школ, различных, ну, различных, скажем так, около музыкальных образований. Вот центральная музыкальная школа на их уровне, она... Какое вот в вашем понятии имеет значение? Нет, и не... каково ее значение, на ваш взгляд, вот именно в как сказать, в становлении профессионального музыканта и, так сказать, нет, его это, месте в музыкальном мире? Как ЦМШ, как ее всегда называли, называют несравнимо ни с кем и ни с чем. Это, конечно, совершенно уникальное, так сказать, явление. Во-первых, все-таки
вот это разделение на семилетку училища, этого нет. Дети получают образование и специальное, музыкальное, и общеобразовательное. Это, между прочим, это же впервые было, потому что они получали потом диплом, по которому они даже могут поступать в другие вузы, не обязательно, да, в консерваторию, понимаете? Так что это уже они в одну, все-таки не бегать в одну школу, в другую школу, понимаете, это уже большое, так сказать, достижение. Но самое главное, это все-таки, вы знаете, конечно, педагогический коллектив. Вот эти вот, как их тогда потом уже называли, старушки, которые работали, вот я просто перечислю, в первую очередь, конечно, Анна Даниловна Артобалевская, совершенно гениальный детский педагог, по-моему, просто гениальный, Елена Петровна Ховен, Евгений Михайлович Тимакин, Бабович. Это уже старичок, а? А, так, тоже туда же, но он один мужчина вот Тамара этой компании. Тамара Александровна Бабович, Анаида Степановна Сумбатян, естественно, очень такая яркая фигура. Понимаете? Татьяна Евгеньевна. Татьяна Евгеньевна Кеснер. Кстати, они мои соседки были по дому, так, в нашем доме. И я должна сказать, что никто из них не был концертирующими исполнителями. Хотя они получили, кстати, прекрасное образование музыкальное. Анна Даниловна две консерватории закончила. Да, да. Но они всю свою жизнь посвятили вот этому делу занятий с детьми, одаренными детьми. И это делали с такой, это я просто свидетельница действительно этому была, потому что я видела, что вся их жизнь, понимаете, они, как говорят, всю свою душу отдавали этим, этому. И если надо, понимаете, там они не смотрели на часы, сколько заниматься, в общем, буквально вся их жизнь была этому посвящена. И результаты были, конечно, замечательные. Все-таки каждый из них воспитал целую плеяду замечательных музыкантов, которые потом и прославили уже, так сказать, нашу страну. И, ну, сейчас уже прошло, конечно, очень много времени, некоторые из них уже сами уже профессора и работают, и учат детей. Но вот этот, конечно, вот этот костяк, как говорят педагогически, это, конечно, очень много значило, потому что действительно, вот, кстати, когда была дата 50-летия школы, это значит где-то, ну, 85-му году год, приближаясь, да, понимаете, я помню, значит, хотели написать о них, вот об этих, значит, корифеях, так сказать, школы, которые некоторые из них были просто со дня основания школы, не все. Но некоторые Хован прямо. И Бабович. Да, вот они прямо со дня основания. И Кеснер, по-моему. Понимаете, и я ходила и просила многих учеников, или бывших, или настоящих, написать о них что-то, понимаете? Потому что материалов, кстати, вот каких-то о них ничего не было. Ничего не было. Вы знаете, это, к сожалению, моей просьбе не увенчали. Нет, вышла книжка. О центральной музыкальной школе, это только потом, позже. Это потом. Позже. Но там позже. О них, обо всех, да, именно ученики, воспоминания. Понимаете, есть, да, я знаю, это тоже значительно позже. А тогда единственный, кто написал статью о своем педагоге, вы знаете, это был Михаил Плетнев. Он написал о Евгении Михайловиче очень теплую, хорошую статью, и которую я, значит, в результате кончилось все тем, что я сама ходила к ним, ко всем, и с ними беседовала, они кое-что написали, кое-что мне говорили, и я написала, собственно, статью, ну, краткую, но все-таки с точными из первых рук, что называется, данными их и биографии, и их учеников, и она опубликована, она должна быть здесь у нас. Это «Вопросы музыкальной педагогики», изданные в 1984 году издательством «Музыка». Понимаете, называлась «ЦМШ 50 лет».
Вот это, между прочим, книжечку не потеряйте, потому нет, что больше ее нет нигде. И там действительно точные сведения, за исключением того, что в те времена нельзя было, например, вот там у Самбатян, ее ученик, конечно, Ашкенази, там, понимаете, вот, который уехал давным-давно и здесь не жил. Печатать их нельзя было. Поэтому получилась такая ерунда, что вот эта статья педагога и их лучшие ученики некоторые там не указаны. Я потом просто сама уже во многих из этих экземплярах подписывала рукой, да, эти там внизу. А так, в принципе, они там не упомянуты, потому что это было цензурой запрещено. Вы помните эту историю? Я-то не мог ее помнить, потому что мне рассказывала Анна, да, Даниловна, что Анаида Степановна ездила по туристической поездке, по-моему, в Италии это дело было, и там тайно встречалась с Ашкенази. С Ашкенази, да. Он, кстати, не дай бог, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Присылал ей свои пластинки тогда большие, эти виниловые. Помню, Рахманинова очень много он играл, и она нам давала слушать их, так что она с ним, так сказать, поддерживала связь, но все равно, так же, как в свое время Максим Шостакович с Димкой Сухановым, они почти вместе уехали. Такой скандал был, жуткое дело. А Суханов тогда и работал в ЦМШ и был ассистентом Башкирова. Башкиров мне утром, помню, звонит по телефону, орёт в трубку, не знаю, вот Димка, вот такой секой, даже мне не сказал ничего, теперь он боялся, что ему влетит, ну, да, потому что он был его ассистентом. Так что, в общем, времена были, конечно, такие, непростые, что говорить, понимаете, но, тем не менее, в общем, конечно, я не помню, в каком году, но вот этой группе педагогов присвоили звание заслуженных учителей. Это какой-то был 66-й, если я не ошибаюсь. Может быть, я путаю. Помню, что-то точно, 66, вот 65. Да, может быть, даже к юбилею это было же сколько, получается, 30 лет школы. Наверное, вот так где-то было. Это очень... Может быть, я путаю, но где-то в это время. Это далеко не сразу. И потом я помню, поскольку мы жили прямо в одном подъезде, вот из Татьяны Евгеньевны Кеснер, я вот этот сборничек вот с их, значит, этими всеми биографиями, и все. Я им всем, значит, их подарила, принесла. И она говорит: ой, Люся, ты не представляешь, как мы тебе благодарны. Мы не избалованы, она говорит, вот каким-то вниманием, чтобы они их вот так писали. Представляете, я помню, мне было как-то прямо даже немножко больно, знаете, потому что действительно они, в общем, героические, я считаю, поступки совершили вот своей всей деятельностью такой педагогической. Людмила Владимировна, это же больно говорить, но это же уже такая, как, даже как поговорка. Если ученик играет хорошо, то кто? Да. Заслуга чья? Ученик талантливый. А если плохо, то кто виноват? Виноват всегда педагог. Это, конечно. Это, конечно. Вот, так что, значит... Вот о них. Да, а что, можно что? Такой вопрос? Вот вы же, опять же говорю, вы же всю жизнь с этой школой связаны. Вот если вернуться в те годы, вот феноменальный педагогический состав профессионалов, музыкантов, а вот педагоги общеобразовательные, что-нибудь о них можете сказать? Вы знаете, вот это вот надо, я считаю, действительно вот расспросить, если кто-то еще остался. Вот может, Тамара, кстати, тоже может. Потому что я сама... слышала просто вокруг разговоры о том, какие замечательные педагоги по общеобразовательным. Очень хвалили всегда физика. Я сама не была знакома. Потом эту, по литературе, это знаменитая. Ой, как ну, да, но я у нее не учился. Я вот не знаю, о ком. Эроганцевна. Да. Да. Мундецин. Вот. Эроганцевна. Понимаешь, Эроганцевна. А замечательность в чем? В том, что они понимали, с кем они имеют дело. Вот самое главное, понимаете? Вот так просто, как ко всем детям, все-таки к ним нельзя было относиться, потому что они были иногда и непредсказуемые, иногда хулиганили. Я помню, так говорили, что 8-й класс, куда входили, помню, Женя Малинин, тогда Грач, их исключили всех за хулиганство. Они такое вытворяли, понимаете, ну потом восстановили, конечно. Дети очень непростые, но очень талантливые, и вот эти педагоги, они понимали это.
и всегда как-то находили с ними общий язык, иногда были снисходительны в чем-то, понимаете, потому что, конечно, они понимали, что самое главное все-таки для них – это их специальность, и на этом, в этом они прославились. Людмила Владимировна, еще вопрос вот общий, из общих. Вы считаете по поводу самого раннего возраста, 6, ну даже 5 лет, 6, ну а уже 7 – это первый класс, нужно профессионально заниматься с детьми с этого возраста? Или можно это перенести на более поздние, а 10, 11 лет? 7 лет можно, по-моему. Дело в том, что, между прочим, твоя Антонина считала, что чем раньше, тем лучше. Я знаю, что к ней ведь со всего Советского Союза приезжали, она пользовалась невероятным успехом и популярностью вообще. И она всегда говорила, что к ней чуть не с колясками приезжают с детьми. Она очень рано начинала. 3,5 года я сам застал это. Вот. Так что, понимаете, тут дело очевидно в этом. Все-таки это специфика. Вот у нее была такая вот черта, понимаете, с маленькими детьми она занималась замечательно. Причем они ее обожали, ну да, ты сам знаешь, обожали, и все к ней стремились. Она устраивала там дома и концерты, и спектакли, и игры, и не знаю, что там только не происходило. Понимаете? Но опять же, в целом, вы считаете, что вот в этой школе нужно, чтобы они учились на своих инструментах профессионально с первого класса? На рояле, на скрипке? Нет, ну если это 7 лет, по-моему, вполне. Мне вчера звонила Соня Лисиченко. У нее родилась дочка. Ей сейчас 1 год, 1 месяц. Она говорит, у нее такой, она Соня поет, совершенно точно воспроизводит. Я даже, она мне в трубку давала, я слушаю, я обалдела. Вообще год ребенку. Вот так что, очевидно, но разные, все разные. Герой нашего времени, теперешнего, Дебарк. Начал заниматься в 11 лет. Может быть, всем надо в 11? Или все-таки лучше? Рихтер вообще в 15 лет. Ну, так вот, смотрите. Может быть, вообще закрыть детское образование, просто профессиональное? Нет, все очень индивидуально. Просто надо очень индивидуально подходить. Но это нужно, чтобы педагоги умели это делать. Понимаешь? Это не ставить на какой-то общий поток. Боже, сохрани. А это надо вот каких-то уметь выбирать. Педагоги, понятно, я все о другом немножко. Просто сейчас идет некоторая такая дискуссия, как бы, что, может быть, не нужно профессиональное образование с первого класса, а вполне было бы достаточно, если бы они профессионально начали заниматься с пятого. Абсолютно не согласна с этим. Абсолютно не согласна. Потому что мы, вот, понимаешь, ну просто практика всех лет показала, что вот это то, что у нас музыкальные школы простые даже были, но все-таки детей-то принимали с 7 лет, и мы были первыми во всем мире. Все-таки музыкальное образование в России, в Советском Союзе тогда считалось все равно лучшим. Согласен. Понимаешь, а я не знаю, сама вот сталкивалась вот за рубежом. Иногда действительно какие-то приводят детей. А где они учились? Нет, частным образом, только частным образом. Слушай, ну ничего, все-таки нету никакой базы школы, правильно, школы правильно, нет, правильно. А школа должна быть. Конечно. Так что я лично считаю, что нет, еще чего не хватало. Людмила Владимировна, как вы считаете, детей, которые учатся в этой школе, нужно под одну гребенку с детьми, которые учатся ну, по всей стране в общеобразовательных школах, в смысле экзаменов, вот физика, химия? Или все-таки к ним нужен какой-то особый подход? Нет, все-таки, ну, конечно. Но мы же знаем, что для того, чтобы пианист хорошо играл, он должен много часов проводить за инструментом. И, конечно, если он будет также усердно заниматься химией, физикой, алгеброй, геометрией, ну, не хватит на все. Невозможно, мне кажется. Это немыслимо, это физически, это по времени не совершенно. Даренский говорит, что это каторга, это галеры. Конечно, конечно. Причем так, с раннего возраста. Когда считают, что, понимаете, музыка, ой, это такое приятное занятие, вот иногда мне знакомые говорят, они не поймут, что это адский труд. Причем не только по времени, ведь надо действительно понимать, что ты делаешь, и заниматься надо уметь тоже, а не просто отсиживать часы эти. Вот. Да. И потом я хотела, знаешь, еще что сказать, что вот, значит, когда
я вот начала быть зав. Отделом, ты знаешь, ну я все записывала. У меня был хороший почерк, и я вообще от руки даже, ну ты знаешь, у тебя есть материалы, так что ты видел. Я все фиксировала. В музее уже я все передал. Да, очень хорошо. Да. Очень хорошо. Весь ваш архив. Очень. Вот это вот все-таки... И все вот свои, этот... которые я за 10 лет собрал, очень все хорошо. В музее, да. Понимаешь, вот этот кусок очень, я считаю, действительно, это весомый такой, конечно. Понимаешь? И мы проводили, понимаешь ли, да, я не говорю, зачетные вечера, всегда в эти экзамены, конкурсные классы, 4-й и 8-й. Да. Причем они бывали иногда очень и очень... такие, знаешь, сложные, потому что родители, ну, ты знаешь, что такое родители. Детей исключали? Исключали. Из 4 класса? Было. Было. Редко. Из 4 меньше. Из 8 было. Много, да? Было. Ну, немного, но во всяком случае было. Скандалы бывали жуткие. В основном профессионально или за профессионально. Профессионально. Правильно, конечно. Да. И они в Министерство культуры жаловались, жалобы были вообще очень... Очень это мне непростое, так сказать, такое было время. Но, между прочим, опять же, вот эта мудрость вот этих старых педагогов. Татьяна Евгеньевна, она вообще очень и умная женщина, и мудрая. Знаешь. Кестнер. Ада Кестнер, да. Она говорила, вот, понимаешь, в 8 классе, ну, какой-то мальчишка, ну, из рук вон плохо играет так, что, ну, надо выгонять. Она вдруг говорит, вы знаете, подождите. Это мальчик. Понимаешь, девочки развиваются гораздо более быстрее, плавно, раньше. более плавно и благополучно. Понимаешь, так их выгонять не за что. А мальчишка плохо, а в 10 классе, да, перед 11, он как рванет и забивает всех девок и говорит, прекрасно, прекрасные, понимаешь? Да. Так что вот это вот. Мудрость. И так же, как Тимакин, между прочим, вот у него в 7 класс из Казани приехал Плетнев. И у него занимался. Плетнев – фигура очень сложная, гениальная совершенно по данным. Но он вообще никого не слушал. Он играл так, как хотел. И когда начинали педагоги на каких-то экзаменах, он, я помню эти 3 обязательных этюда, помнишь, в 9 классе? Конечно, такие конкурсные эти этюды, и он... Но он играл как-то, понимаешь ли, все-таки по-своему. И когда начинали его немножко так сказать, как-то критиковать, что вот он не так, как все, то Тимакин говорит, слушайте, не трогайте его. Это совершенно такое особое явление, и к нему, как ко всем, вот, подходить нельзя. Понимаешь, так что вообще Тимакин тоже такой был мудрый педагог, очень мудрый. Он же составил, между прочим, много, у него есть упражнения, такие, да, и упражнения, там, в общем, он такой еще и методически подкованный был. А так мы устраивали, кстати, заседания, вообще посвященные методической работе, и выступали педагоги с докладами. Мы ездили, кстати, в другие города, помню, в Тбилиси ездили, и там тоже свои такие, так сказать, мысли высказывали, чисто уже методические. И конечно, еще самое, пожалуй, главное, это концертная работа. Все-таки ребятам нужна концертная практика, конечно, большая. И тут очень было хорошее у нас такое... прямо, знаешь, абонементы с симфоническим оркестром, да, в Горьком. Горький. Тогда это Нижний, да, Новгород, сейчас, да, тогда, да, Горький, да. Ростов-на-Дону, кстати, Минск, понимаешь, крупные города, причем Дубна, они... Дубна, по-моему, была. А? Дубна. Дубна была, да, и какие-то вот эти такие, даже близлежащие, но дело в том, что, понимаешь, одно дело играть где-нибудь, я не знаю, там, в Костроме, допустим, с их оркестром, или в этих крупных городах с настоящим, конечно, большим симфоническим оркестром. Горький феноменальный оркестр был. Замечательный. Да. Как в Казани ездили, как я помню. Как в Горьком дирижер. Скульский, по-моему, нет? Не помню. Вот не он долго работал там. И, в общем, ребята, я сама иногда, как, знаете, все-таки в качестве кого-то из, так сказать, педагогов посылали, конечно, с ребятами.
И я была на таких концертах, слушайте, это ж просто, ну, замечательно, играть с настоящим, конечно, большим симфоническим оркестром. Анна Даниловна рассказывала, что у нее часто ездили в Казань, с Рахлиным играли. Вот так вот, понимаешь? Да, да. Анна Данилова вообще очень много посылала, вообще ребята, обожала, чтобы они много играли, причем иногда играли уже слишком много. И у нас все-таки было какое-то такое, так сказать, мнение, что прежде чем где-то играть, они должны сыграть все-таки на зачете, что мы слышали, что Анна Данилова тайна от меня. Да, я знаю. Их посылала так, чтобы я боялась уже, что я буду ругаться, и она, значит, но они очень много, и практика у них была колоссальная. Я помню один зачетный вечер, когда я совершенно обалдела, или экзамен, выходит девка, мама, девочка маленькая, второй класс, да, и я спросила у нее, ну и сколько ты вещей прошла в году? Бахай, она говорит, 80. 80. Понимаешь? Вот это уже тут мы с Анной Даниловной иногда спорили. Понимаешь? Она их развивала очень вширь. Да. Действительно, они знали массу людей. Их хорошо читали с листа, потому что концертная практика огромная. И в 4 руки, и в 8 рук. Все, что да, хочешь, да. Хоть в 20 рук. Понимаешь? Она до того их действительно, они горели просто, очень любили это. И, конечно, колоссальную пользу она этим приносила. Но все-таки, ну, понимаешь, 80 пьес за год маленькому ребенку, но можно все-таки как-то чуть-чуть подробнее, что нет, уже невозможно. И бывало, между прочим, что мы у Анны Даниловны отчисляли кого-то в старших классах. Бывало и такое, потому что получалось, что немножко уже крен был, вот понимаешь, вот в другую сторону. Хотя вообще... Но у нее огромное количество учеников всегда было. Огромное количество. Да. Я помню, и мы уже тогда, кстати, стали приглашать из консерватории. Вот я помню, я говорила с Яковом Израилевичем Заком, и после 8 класса Люба Тимофеева, это ее ученица, она же была у Антонины, да, мы, значит, не мы, а, в общем, она была переведена к Заку. А, кстати, как вы это сделали? Тогда ведь троих, по-моему, перевели. Ее, Новицкую и Гаврилову, по-моему, да, втроем? Ну, как сделали? Это но они же чуть ли не в консерваторию сразу их зачислили, или нет? Нет. Потому что мне, по-моему, Люба сама рассказывала, что как-то прямо не доучившись в ЦМШ, сразу же их... Ну, может быть, один год там, а так, ну, не так, чтобы вот так сразу. Mm-hmm. Но просто они занимались действительно с профессорами. И, кстати, Люба Тимофеева, она очень талантливая, да, девка, у нее руки великолепные совершенно. Конечно. И я помню, кстати, она рассказывала, что Зак у нее в первый ее год, при том, что она играла вообще все, что угодно, посадил на то, чтобы она выучила 15 этюдов Машковского. Понимаешь? 15 Машковского. Не Шопена, как всегда, берут 24 этюда Шопена сразу. Понимаешь, он замечательный был педагог, кстати, эрудит колоссальный. Так что, в общем, конечно, я так, как говорится, прикипела к этой работе, ты понимаешь, потому что уж очень талантливый народ. Столько талантливых ребят, так интересно было, что я очень и полюбила школу, и хотя нагрузка огромнейшая, ну да. Огромнейшая. И, между прочим, ты знаешь, как вообще полагалось тогда, чтобы зав. Отделом ЦМШ был обязательно педагогом консерватории. Вот, кстати, Люба Мудрова работала в консерватории. Да, она была, да. Она педпрактику вела и методику. А я тогда уже была, так сказать, вот уже после ассистентуры у Файнберга, ну, таким молодым педагогом. И мне когда предложили, значит, как распределялась нагрузка в консерватории? Пополам. Значит, пол нагрузки – это занятия со студентами, а пол нагрузки – методическая работа. Тут предлагалось, пожалуйста, или диссертацию пиши, можно играть сольные концерты, бесплатные, конечно. Это все, значит, это нагрузка. Вот Таша, кстати, я работала здесь бесплатно абсолютно, потому что это входило
в часть методическая работа в консерваторская. Понимаешь, записи для кабинета... И вы здесь не получали зарплату даже? Нет. Нет, нет, нет. Все бесплатно. Я не знал. Да, абсолютно бесплатно. Потому что это... А консерватория мне платила полную зарплату, понимаете? И вот эта методическая работа... Ну, раз... Мне даже моя покойная мама говорила: слушай, да ты ж посмотри, у тебя вот эта работа в ЦМШ занимает в 10 раз больше времени и сил, чем в консерватории, потому что действительно нагрузка огромная, огромная за всем этим, так сказать, как-то все-таки следить, как-то регулировать, потому что все-таки у нас бывали встречи с директорами, а директора все разные, у всех разные, так сказать, эти, знаете, направления. Ну, короче говоря, но потом очень помогло, вы знаете, создание потом фондов. Вот фонд, скажем, тот же «Новые имена». Понимаете, это позже уже было, конечно. Конечно, но да. Сколько пользы вот это принесло. Ведь тот же Денис Мацуев, он вырос, что называется, там, и... Поездки по всему миру, что называется, с концертами. Потом помощь, ведь они покупали инструменты. Да. А Спиваковский фонд, сколько он сделал, конечно, огромное, понимаешь, значение все-таки его вот эта деятельность для детей. Причем не только ЦМШ, это вообще со всего, я не знаю, со всего мира. Сколько они помогают. И ребята, кстати, вот из ЦМШ ведь очень много. Много. Причем, опять-таки, с хорошими симфоническими оркестрами. И помощь материальную, и инструменты он покупал и дарил ребятам. Так и сейчас то же самое. И сейчас то же самое. Это все продолжается. Это огромная помощь и очень-очень хорошо. Людмила Владимировна, да. Если вот на эти портреты посмотреть, давайте немножко все-таки вот о них, о каждом. А вот первый — Тимакин Евгений Михайлович, вы немножко о нем рассказали. Ты понимаешь, так я сказать... Я с ним, знаете, да. 10 лет назад делал примерно такие же встречи, только без видео, а вот аудио. И да. Как раз с Евгением Михайловичем, вот мы говорили про Плетнева, он совершенно меня потряс. Он говорит, что, значит, Плетнев попросил у него концерт Бетховена. Угу. Он говорит: ну давай, там принеси мне через недельку. Ну, говорит, приходит через неделю, говорит: ну ты какой концерт выбрал, что ты будешь играть? Он говорит: Евгений Михайлович, я все 5 вам принес. Вот это реальность такая, да, была действительно? Это же, это Миша, понимаешь? Но Тимакин очень бережно к этому относился. Очень. Он был прекрасным педагогом, методистом, понимаешь, потому что он действительно, он упражнения показывал, он считал, что нужно играть. Потому что есть музыканты, которые считают, что, вот скажем, гаммы. Ну вот Гульд, например, вообще пишет в своих этих дневниках, что зачем они нужны вообще, или, скажем, аппликатурой заниматься, понимаешь ли, это не... Это, в общем... У него сложные упражнения очень. Понимаешь ли, сложные упражнения, да. Да. Но он как-то, я помню, на такие у нас доклады, когда были методические, он выступал, говорил и даже показывал, кстати, о том, вот как, в общем, скажем, пальцами работать. Он говорит, это все равно, что идти по полу, вот так вот, знаете, волоча ноги, не поднимая. Да. Все-таки нужно обязательно, понимаешь, но опять-таки есть ребята, которые вот так вот задирают крючочками вот такими вот пальцы, а кто-то наоборот, не все, как говорила Бабович Тамара Александровна, липкие пальцы, знаешь, которые прилипают к клавишам, скажешь, и наоборот не поднимает никогда. Говорит: ну слушай, ну вот немножко, ну вот давай размахнись, и потом уже сделай так, чтобы это было глубже, звучало. Понимаешь, так что они очень внимательно, в конце концов, эти руки-то тоже разные. Конечно. Есть и длинные пальцы иногда, и толку от них не мало знаешь, бывало, что с ними между делать, прочим. Да. Они такие... какие-то тонкие, пустой звук иногда получался. Так что тут вот у Димы Руденко. Фантастические руки. Вот как сардельки, вот такие вот, понимаешь, полные. Но вот он их положил на клавиатуру, звучит да, потрясающе. Да, да, потрясающе да. Звучит. Изумительно. Причем это не от головы, ничего. Это вот прямо вот какая-то уже прямо физиология, понимаешь, замечательно звучит.
Так что он у вас он теперь работает. Он у нас теперь работает. Мне просто интересно, как. Это, кстати, опять же, наверное, самое главное вот в этой школе, потому что преемственность, смотрите, он начинал у Артобалевской, потом он перешел от нее к Суханову, если вы помните. Да, да. Потом к Башкирову. Да. Потом проучился у Доренского и вернулся сейчас обратно. То есть он отсюда. Родился, можно сказать, в этой школе. Живет он в Москве живет и работает у нас. Да? Да, у него 10 учеников сегодня. Ух ты. На сегодняшний день, да. Да. Ну, дай бог, как говорится. Возвращаясь потом к Тимакину сейчас. Но там же, смотрите, у него же феноменальные ученики. Вот просто даже несколько фамилий назвать. Вот Плетнев, Апогорелич, Ановицкая. Да. Но, между прочим, судьба их там, за рубежом, оказалось очень такое даже непонятное. Вы знаете, ну, Новицкая, скорее всего, да? Новицкая, во-первых, она родила 5 человек детей, и уже ей было, по-моему, не до того. Она как-то приехала сюда, ты не помнишь, концерт давала. Все нет, были я не очень попал, разочарованы. Нет. Очень, потому что она такая талантливая девочка была. Ведь она играла здесь когда-то, Артур Рубинштейн ее слушал. И он где-то в каком-то зале, я даже сейчас не помню, она играла, и он только ей говорит: девочка, ты больше улыбайся. Она же ведь одно время что-то ее еще чуть ли не в монастырь хотели здесь, что-то там было вот здесь дома, понимаете, там такая суровая какая-то была обстановка, и она играла как взрослая и немножко вот, знаешь, такие с сдвинутыми бровями, а Рубинштейн сам такой жизнелюб, понимаешь, он говорит: девочка, ну немножко больше улыбайся, она очень талантливая, но потом заглохла. Вот я помню, там случайно уже наткнулся на ее записи вот времен, когда с Евгением Михайловичем она проходила сарказмы. Да. Потрясающе просто. Да. Феноменально. А вот тогда Румишена наиграла хамольную сонату Шопена. Понимаешь, тоже еще была в школе. Она же Брюссель, по-моему, выиграла совсем рано, да? Да. Да. Апогорелич. Апогорелич, он учился здесь у Веры Васильевны Горностаевой. Нет, он у Евгения Михайловича начал, а потом у Веры Васильевны. Вера Васильевна. Да. Вера Васильевна. Красавец парень, вообще, понимаешь ли, и талантливый, невероятно. Просто, да. Я помню просто его и сонаты Прокофьева. А Шопена какая? Потом, да, потом он играл Гаспар какой. Гаспаров. Феноменально. Замечательно. Ах, третья соната Шопена, а концерты Шопена. Замечательно. Конечно. Это потрясающе, конечно, совершенно. И опять-таки, понимаете, все-таки школа-то была наша, что да, называется. Конечно. Вот действительно, у Тимакина, у Веры Васильевны Горностаевой. Замечательно играл. Вот все-таки сохранились, слава богу, эти записи вот того времени. Замечательно. Кто там? Тамара еще? Александровна Бабович. Ну, Тамара Александровна вообще моя соседка по квартире. Мы с ней очень дружили. И она очень была предана, конечно, тоже своей работе. Очень. С первого дня, по-моему, здесь она. Она, да, она была одной из старейших, так сказать, педагогов этой школы. Вот, но у нее, так сказать, самым знаменитым таким был Женя Малинин. Малинин, конечно. Вот она, конечно, его и обожала, и он очень талантливый человек, очень талантливый человек, и тоже непростая судьба, знаете, как это было, уже потом женился на Тане Федькиной и уехал в Германию, и там как-то сошло на нет, кстати, вот его. Ну, это вот значимость все-таки огромная у него. Понимаете? Декан консерватории был многие годы. Да, факультета. Да, и пианист, да, я просто, выдающийся просто. Поезд замечательный. Я помню, как, кстати, в большом зале бывали концерты, иногда ЦМШ, знаете, такие отборные. И он играл «Мефистовальс». А что-нибудь о Тамаре Александровне вот просто. Вот она, вы знаете, во-первых, очень хорошо подбирала репертуар для детей. Очень хорошо. Вплоть до того, что я у нее иногда прямо просила, вы знаете, какие-то или ноты, или посоветовать что-то. И когда вот эту статью вот я о них писала, о нескольких педагогах, вот она мне, собственно, прямо сама так написала какие-то основные свои принципы,
занятий с детьми, очень, тоже очень такой, знаете, вот это вот слово «мудрый» к ним подходит, ко многим, потому что они действительно занимались... У нее училась Дина Парахина. Дина Парахина, да, она да. Сейчас в Лондоне там преподает в этой в школе. Хорошая пианистка, кстати. А вот сказать. В отношении тщательности или объема, как вы у знаете, Анны Даниловны? Нет, что? Нет. Вот так, как у Анны Даниловны, ни у кого не было. Ни у кого так не было. Она действительно более тщательна. Но, понимаете, были педагоги, я не буду сейчас называть, помимо них. В ЦМШ, которые так вот, значит, полагающиеся, скажем, четыре пьесы, целый год они с ним, значит, с детьми вот это вот мусолили, извините за выражение, и те играли благополучно, чистенько, все, все правильно. Но это же невозможно, слушайте, и дети уже совершенно эти, ну, да, да. уже обалдевали, потому что это и скучно очень, и потом это настолько мизерно по репертуару и в смысле какого-то расширения их кругозора, так, конечно, тоже нельзя. Вот это, между прочим, я вообще всегда считала одна из самых сложных проблем в этом, так сказать, вот в педагогике. Понимаете, как сделать, чтобы это было и вот развивало вширь, и вместе с тем, ну, надо все-таки навыки в профессиональные давать уже постепенно, понимаете? Так что начинаешь, если вот это вот чуть-чуть подробнее говорить о том, как нужно, вот, чтобы и аппликатура была хорошая, и педаль была чистая, и по форме это все-таки уже как-то соображать, как выстраивать, и как, самое главное, культура звучания. Причем не только культура звука как такового, культура пианизма уже в общем. В общем, это столько проблем, которые требуют массу времени. И получается, что сочетать это очень трудно. Очень трудно. Я даже вот это какие-то должны быть здесь компромиссы. Понимаешь, иногда вот все-таки и этим заняться, а иногда вот что-то пройти. В конце концов, не обязательно до самого конца вот уже это доводить. Прошел, потом возвращаться можно к этим вещам уже в более позднем, так сказать, возрасте. В общем, эта проблема, я считаю, просто одна из самых сложных. И, между прочим, вот этот вот, как его фамилия вот сейчас играла, вот это сейчас, который кумир. Дебар. Да. Вот, понимаешь, у него, я считаю, как раз... Он талантливый парень, безусловно, но вот настоящей школы, между прочим, нету. Потому что он, кстати, учится у одной, которая она когда-то у нас училась. Это азербайджанка, да, что ли, по-моему. Шерешевская Арена. Это сейчас ее фамилия. А раньше я не знаю. Она у нее какая-то азербайджанская фамилия, она у Лёва Власенко училась. Очень средняя пианистка была, а там она... преподает что-то, но я вот так считаю, что если он будет вот с таким педагогом такого уровня свою жизнь как-то свяжет, он далеко не уйдет. Так все-таки опять мы возвращаемся к тому, что школа – это дело-то великое. Чем раньше да. с ними начинаешь профессионально заниматься, тем да. все-таки это да. на выходе мы получаем немножко другой продукт. Безусловно, безусловно. Я лично в этом уверена. Кестнер Татьяна Евгеньевна. Ну вот Кестнер Татьяна Евгеньевна умница, очень, то тоже, я, как я говорю, люблю это слово, действительно очень мудрая, очень внимательная, и она воспитала, между прочим, действительно очень, тоже у нее Луганский. Очень, Луганский, Андрей Гаврилов. Гаврилов, Коля Петров. Коля Петров. Николай да, Арнольдович, да, конечно. Да, да, да. Нет, она... Ну, самая известная ее ученица. Очень, очень... Прекрасный педагог и строгий педагог. А Гаврилова, извините, ведь он практически после нее получил первую премию сразу. По-моему, первый курс консерватории. Или да. чуть ли не после окончания ну, школы, по-моему, даже переход. Что-то я сейчас точно переход из 11 помню. Класса на первый да. курс, если не ошибаюсь. 18 лет ему было.
Ну, дело в том, что Коля Луганский у нее был только до 5 класса. А потом Татьяна Петровна. В 5 классе Татьяна Петровна, да, Николаева его, значит, взяла к себе. Но вот я, между прочим, вы знаете, очень так я Колю очень люблю. Вообще он замечательный и талантливейший человек. И человек потрясающий, да, потрясающий совершенно. Знаете, у меня есть один парень из Тамбова. Он говорит, что Коля, это же ведь рахманиновские места, Ивановка, да, Тамбов, понимаете. И там есть музей Рахманинова, который прямо вот похож на, знаете, Чайковского, когда Клин, да, вот тоже был там директор музея, который вообще, так сказать, был главным человеком там. И вот Коля все время ездит, оказывается, в Ивановку, дает там мастер-классы бесплатно совершенно, приезжает, говорит, масса народу, с ним, говорит, иногда бывало, что он чуть не до 3 часов ночи занимается с ребятами, не может им отказать, и концерты играет, и мастер-классы дает, и материально очень помогает. Потому что государство не помогает музеям совсем, понимаете, а Коля без конца. Он уникальный. Он, да, же ведь, кстати, ведь спас буквально и сына, да, Татьяны Николаевны, да, знаете. Так что это удивительный совершенно человек, замечательный. Но он вот с 5 класса, с Татьяной Петровной, и в основном, понимаешь, что получилось, что она много гастролировала, и она тут же включила в свои поездки Колю. Они играли двойные концерты Баха, там, Моцарта, понимаешь, и все время вместе, там двойные, тройные концерты эти. Он много очень гастролировал, так что не так много она занималась, собственно говоря, вот такой вот школой, как говорится. Ну так школа – это самое вот, понимаешь, как раз то, что сделала, да, да, Татьяна Евгеньевна. Евгеньевна. Конечно. Понимаешь, конечно. Татьяна Евгеньевна. Потому что все-таки у Коли, вот он всегда, он очень, между прочим, хороший друг и всегда очень хорошо, так сказать, относится к Димке Руденко. Да, они играют, понимаешь, вместе. Замечательный друг такой. И у Коли звучит не так, как у Димки. Да, у согласен. Димки мягче, красивее, понимаешь, а у Коли... И вот мне как-то вот иногда прям вот казалось, что все-таки, понимаешь, ну, конечно, если бы это была какая-то фигура, так сказать, и крупная, которой бы он очень доверял, ему бы надо бы вот еще но они разные, чем-то, понимаешь, так вот заняться. Вот. Потому что не может быть такой талантливый человек, чтобы у него не красиво не звучало. Вот, вот как-то ему не очень подсказывали это, понимаешь? Знаете, может быть, вы со мной не согласитесь, да, но мне кажется, вот Анна Даниловна, она что-то на грани какой-то магии делала. Вот все-таки у нее ученики, кого не возьми, у них рояль звучит просто изумительно. Да, да, они могут быть не стали пианистами, но вот это прикосновение к инструменту, у них все-таки у нее какое-то волшебство. Ну, я говорю, что она, я просто считаю, что именно она... Именно по звучанию. И Руденко, просто... кстати, у нее же и начинал. Да. Она гениальный педагог, да, просто, понимаешь, это, но дело в том, что это специфика, понимаешь, это все-таки это мало кому дано. Занимаются с детьми очень многие, но по-настоящему, вот действительно, вот так талантливо, как она, я вам скажу, я, значит, там, когда работала, я себе тоже, так сказать, дала один раз такую цель поставила. Думаю, возьму я все-таки вот малышку, 1 класс, и доведу до 11 класса. Вот интересно. Дальше 4-го дело не пошло. Честно скажу. Это сложно. Ты знаешь, это была такая Наташка Вялова, не помнишь? Нет. Нет. Девочка такая способная, но очень невнимательная. Понимаешь, она крутила головой, она все, вот ее надо было развлекать. Ой, я так уставала от этого, невозможно. Понимаешь, буквально, ты когда занимаешься со студентами взрослыми, да, ты, да, можешь, да, сидеть сзади, понимаешь ли, они играют, ты что-то там говоришь. Это вот так вот глазами следит за тобой, вот как ты, вот только я повернусь, она за мной вот смотрит, ее надо все время развлекать, правильно, понимаешь, все время. Я так устала от этого, что я в результате поняла, что, понимаешь, это не мое, я честно говорю,
Это вообще специфика совершенно другая, педагогическая, абсолютно. Совершенно другая. С ними же надо не заниматься, а именно вот развлекаться. Да. То есть их за самое главное заинтересовать. Да. Тогда оно постепенно. Что делала гениально Анна Даниловна Саша? Да, 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 да. У нее же целая комната, она занималась на 50% дома, у нее соседняя комната с игрушками. И я туда ходил, просто для меня самое главное. Говорят, на лестнице очередь стояла. Очередь стояла, да, на второй этаж. К ней. Да, так что это очень сложная, так сказать, проблема. Но я помню, Татьяна Евгеньевна, я и гаммы сдавал как-то однажды. Ой, да. Ну это было серьезное испытание. Вот так вот, да. Очень серьезное было. Ну, между прочим, это знаменитая в Одессе школа Столярского. Да, да. Там их так драили ребята, вот это Гиллис рассказывал, и Зак. Понимаешь, заставляли всех играть гаммы, этюды без конца. И они все, между прочим, в этом плане вообще потрясающе были подготовлены. И Гиллис, у которого, кстати, вообще замечательные данные, конечно, виртуозные были, он до смерти играл гаммы. Всегда играл гаммы. Понимаешь, это уже тоже уже вложено было вот в школе. Вот это, ну, это школа. Это уже школа такая, да. Никуда не денешься, без этого никуда. И, в общем-то, я считаю, что в конце концов это его, ну, вреда ни гаммы никогда никому. В литературе, особенно в классической, ну, без гамм вообще не обойдешься. А то получается, конечно, в концерте Бетховена гамма, и они начинают только ее учить, эту гамму, когда она должна быть уже готовая, конечно. Так что нет, Татьяна Евгеньевна очень. В общем, я говорю, вот эта компания, а Елена Петровна Ховен очень своеобразный педагог была. Она, вот я, например, уже, вот когда выходил ребенок и садился за инструмент, уже понимала, что это ученик Елены Петровны. Вы знаете, она им очень много, это мне рассказывали, ну и Тамара ведь у нее занималась, да, и Мадаянс, да. Да. Она им, когда они играли, показывала, что они должны вот куда-то идти, вот все дальше, 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 чтобы это не прерывалось, а все. И они так вот таращили глаза, знаешь, вытягивали шею, и как-то, понимаешь, у них уже это в их посадке отражалось. Но в принципе это вообще сама по себе идея хорошая, понимаешь, чтобы не вот такими кусочками фразами играть, конечно, а вот, да, понимаешь, да, длинная фраза. Но это очень выглядело очень наглядно так. И, в общем, они ее не критиковали, а копировали, знаешь, это всегда ребята, знаешь, какие они все-таки бывают и такие очень, не то что злые, но во всяком случае посмеяться, ну, да, над педагогом любят. Ну вот очень. Тоже свое, все разные. Вот смотрите, вот Анна Даниловна, да, у нее вот мы, например, сдавали по 5-6 зачетов, это как отдай. Да. А вот Тамара Леонидовна мне рассказывала, что у Елены Петровны Ухован, это 2-3 зачета, год экзамен, все, не больше. И ну вот только я вот, говорю, вот два этюда, бах, что-нибудь еще, да, и что-нибудь, и да, все. Да. То есть все каждый по-своему. Да, а есть еще другие были педагоги, которые вот в компанию не входили. Я говорю, так там вообще просто 4 вот пьески за целый год. Ну, это вообще, конечно, уже слишком. Для ребят это очень и скучно, и потом действительно, ну, никакого развития вот такого вширь не было. Давайте вот просто справедливости ради вспомним тогда учеников Анны Даниловны. Это... Но троица великая, Любимов, Насеткин, Головин, да? Да, да. Овчинников. Да, Овчинников, нет, Тимофеева, Федькина. Люба. Потом, ну, самая, вот, самая большая, между прочим, Люба Тимофеева, конечно. Между, да, прочим, у нее училась девочка, сестра Жени Кисина. Алла Кисина, со мной в одном классе, конечно. Помнишь? Конечно. Конечно. Она была очень какая-то странная, ну, девочка, да, да, очень, очень способная, между, да, прочим, да, но к концу у нее что-то все-таки с психикой было не совсем в порядке, очевидно, и она так выходила всегда как-то немножко испуганно смотрела. Да. Но вообще способная девочка, да, да, это вот сестра. А же. Елена Петровна, это Шестакович, наверное, Максим, да? Кавычный? Шестакович, Малолеткова. Малолеткова, да, да. Тамара Колос, вот Алик Мдаянс, вот эти вот, так сказать, главы такие, ну вот, которые сейчас нам... Вот смотрите, опять же, преемственность, да, Анна Даниловна, все-таки я продолжаю немножко ее дело, ну, еще в силу своих возможностей, скажем так. Еще, да, бы.
Елена Петровна, вот Алик Мдоян, Тамара Леонидовна. И Тамара, конечно. Да, это вот самое главное, на чем школа и стоит, вот эта вот преемственность поколений. Конечно, конечно. И во всем, вообще, методики, вот, во всем. Знаешь, без этих самых только, конечно, так сказать, комплиментов, что называется, но я считаю, что как раз вот то, что сейчас ты стал директором все-таки этой школы, это очень важно. Ты знаешь, очень важно, потому что действительно вся твоя жизнь связана со школой с первого класса. Да. Это очень важно знать изнутри всю, что называется, подноготную школы. И понимаешь ли, ты вообще еще, слава богу, не старый человек, молодой. Энтузиазма я вижу очень много. Так что очень прошу, так сказать, не посрами. Как это в том фильме, он постарается. Вот именно. Понимаешь, потому что действительно школа достойна того, чтобы продолжать именно вот наши традиции, понимаешь ли, вот лучшие традиции вот этого музыкального образования, а все эти вот эти бакалавриаты, магистратуры, эти, понимаешь, мы же вечно должны почему-то, понимаешь ли, образцом Запад. Они уже сейчас поняли, что это все чушь. Как эти ЕГЭ начались, ну и пошло, поехало. Понимаешь, все-таки там это, есть еще это ГИА, такое. Там не только ЕГЭ, там есть ЕГЭ, ГИА. А что это? В ГОС, ПРООП. Слушай, вообще, когда я слышу слово, вот это министерство, стандарты, понимаешь, стандарты и искусство, это несовместимые вообще понятия. Несовместимые совершенно. Какие стандарты? Причем говорят люди совершенно, я считаю, не так сказать, ничего не понимающие ни в музыке, ни в искусстве. Понимаешь ли, все-таки многие чиновники, к сожалению. Все равно ладно. В защиту. И Министерство образования, и особенно Министерство культуры сейчас просто с нами душа в душу. Да, дай Бог, потому что то, что они делали, слушай, я просто тоже помню, понимаешь, приходят с какими-то контролями. А почему написано вот синим карандашом, надо черным обязательно, слушай. Милая Ильич, с вашей помощью мы будем с ними договариваться, я думаю, все в порядке будет, я надеюсь. Ради Бога, самое главное, чтобы там были все-таки люди, которые, ну, какое-то отношение все-таки к искусству имели, думаю, и были более сами образованными. Все в порядке будет, все нормально. Да. Давайте, все-таки нельзя пройти Анаиду Степановну. Ну, Анаида Степановна, это вообще тут такая... Достаточно просто назвать Плетнев, Крайнев. Плетнев, Крайнев. Ашкеназия, конечно. Это у нее самая, так Ашкеназия, сказать, Крайнев. Такая крупная фигура. Вот. Но она сама была очень колоритной, так сказать, такой личностью. С папирозкой. Очень музыкант хороший. И всегда с папироской ходила. И я никогда не забуду, Господи, прости мою душу грешную, как говорится. Но к концу года, когда все уже совершенно уставшие, измученные, понимаешь ли, педагоги, она говорит, Господи, скарлатину в школу. Кошмар какой. Ой, ну это лучше не печатать. Нет, но она уникальный был педагог. Совершенно, знаешь, но очень, я говорю, действительно, она и педагог хороший, и... Вот какая-то... С юмором с хорошим. А? С юмором с хорошим. С юмором. И вообще, действительно, колоритная фигура такая. И, кстати, Ашкеназий очень ее любил всегда. Да, да, и с ней поддерживал отношения. Ей присылал все свои записи и эти пластинки. Могу крутиться очень в голове сильными. Еще кто-то. Ашкеназий, Крайнев, кто-то еще, Господи. Да нет, у нее там много было, слушай. А это вот... Ну, просто, понимаешь, опять-таки, в старших классах иногда вот там уже сейчас появился Лев Николаевич Наумов, понимаешь, уже, так сказать, консерваторские педагоги, иногда уже вот самые старшие. Ну, Ашкеназия у тебя до конца, по-моему. До конца. До конца. И до конца. Она же, по-моему, к Шопеновскому конкурсу его подготовила просто. Слушай, он был в последнем классе школы, когда взял первую премию на Шопеновском конкурсе. Это тогда это был просто такой, знаешь ли, шум стоял, действительно. У него же великолепные пальцы совершенно.
и да вообще талантливый человек. Так она и с Крайневым, мне Крайнев рассказывал, его с ним занималась, и Лиссабон этот конкурс его, к ней он все время ездил. Да, а Крайнева, он же очень... Поздно, понимаешь ли, он ведь по-моему, в восьмой или в девятый. Он поступил какой-то. Вообще-то работать потом в консерваторию угу. у нас. И потом да, тут же параллельно в Ганновер. И у нас, так сказать, никто не возражает, у нас очень многие работают параллельно в других странах. Понимаешь, а в Ганновере, в Германии, ему поставили условия. Или вы у нас работаете, или там. И он выбрал Германию, в общем-то. И он тогда стал там работать. Но очень часто он же в жюри конкурсов и на концерты. Потом очень много ребят у него он опекал. Так он же фонд тоже у него был свой. Да, 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 очень многие. Фонд и конкурс свой, очень много делал. Да. Вот, кстати, вот этот мой теперешний ассистент Гасанов, понимаешь, он у него тоже был. Ну, очень многие. Так что он много, так сказать, делал. Но я помню, я однажды... У него он был в жюри конкурса Чайковского какого-то, и в перерыве, там всегда все гуляют во дворе, и я его, значит, мы с ним говорили, я говорю, слушай, ну сколько у тебя учеников вот в Ганновере? Он говорит, 33. 33? При том, что он и все время ездил, много концертировал, мастер-классы, все. Я говорю, а ассистент есть? Нет, ассистента нет. Ассистента они не берут, потому что за ассистента нужно отдельно платить. Понимаешь, вот тут я немножко, честно говоря, призадумалась, как же можно такой класс иметь вообще? Ты так представляешь себе? Ну, Людмила Владимировна, а у нас ведь у Наумова огромный не меньше, класс, наверное, было всегда. Да. Да, так что вот тут я не знаю, я считаю, что перебирать в этом смысле, в смысле количества, не стоит. Все-таки надо каждому ученику больше времени и внимания уделить. Понимаешь, а когда их слишком много, ну физически это просто уже не получается. Хотя и тоже Лев Николаевич замечательный музыкант и педагог, и очень популярная личность был. Так что, в общем... Людмила Владимировна, давайте еще несколько фамилий, которые вот сюда, в эту галерею, не вошли из пианистов. Вот был Бакулов, помните, Александр Да, конечно, Александр. Конечно, конечно. Вот такие фамилии, Бакулов, дело... вот при мне которые, Ширинская, Мануильская, вот Голубова. Вот Ширинская, это вот я, между прочим, как ну, раз... Ну, давайте о тех, насчет, кого вам, кто того, вам дорого. Которые 4 пьесы в году, понимаете, так что... Кличко. Кличко хороший музыкант. Хороший музыкант, очень... Дежур. Кстати, Дежур очень музыкальный человек. Немножко такой, на мой вкус просто, он чуть-чуть такой расслабленный. Он на Игаузе учился, да? Да, да. Ну, вообще, хороший музыкант. А Бакулов? Бакулов, ты знаешь, он ведь очень много делал в издательстве. И он, кстати, меня туда как-то сосватал, и я потом... Очень много работала в издательстве «Музыка». Ты знаешь, потому что педагогическая литература, которая выпускалась, это Бакулов был один там из, так сказать, таких главных персон в издательстве. И там работали, кстати, Ройсман, Натансон, Мильштейн. Понимаешь ли, которая все время там же издавалась целыми циклами педагогической литературы, там, допустим, этюды, понимаешь, целые сборники этюдов, там крупная форма, такие-то. В общем, все, что вы перечислили, это замечательные все издания были. Понимаешь, да, и я туда тоже, он меня сосватал. И я очень уже потом, даже вот школа Николаева, когда да. так последние ее издания, практически я делала, потому что Натансон был старенький, уже не мог, он меня попросил просто. Говорит, знаете, давайте вы этим займитесь. И я тогда, кстати, советовалась очень много вот с педагогами. И с Тамарой Александровной Бабович, она мне давала кое-какие пьесы. Там очень хороший подбор, кстати, литературы. Потому что в прежние времена
вот в этих школах, они же менялись каждые 5 лет, надо было обновлять, понимаешь, и тогда мы, Советский Союз большой, все республики претендовали на то, чтобы их композиторы включены были в эти школы. Понимаешь, это часто бывали, конечно, пьесы далеко не самого лучшего, так сказать, класса. Как у Анны Даниловны, помните, вот у нее же книги, ее «Путь в музыку», да. Там же то же самое есть, там огромное количество композиторов советских того времени, которые мы играли, но, в общем, ну, так... это, эти уже так надо было, вроде да, как, надо, знаете, уже. Вот. Но там, кстати, есть и хорошие среди тем, очень хорошие. Да. Кстати, жалко. Многие просто как-то забытые, вот, например, тот же Кабалевский, гениальная просто музыка для детей, просто гениальная, я считаю. Конечно, конечно, очень хорошая, кстати, пьеса, действительно. И Бакулов вот в этом смысле, он большую пользу приносил, вы знаете, потому что и он и педагог был неплохой очень, у него всегда был довольно большой класс, кстати сказать, но вот в издательской деятельности он там особенно, так сказать, был важен. Он, по-моему, до конца вот там работал, прямо до смерти, что называется. И вот это очень важно, понимаешь, когда педагогическая литература тут все время, так сказать, была. А эти, вот, так сказать, уже зубры консерваторские, вот Мильштейн вообще и книги писал, ведь там, да, да. У него двухтомник о Листе, хотя, правда, потом его обвинили в плагиате, но тем не У него издание замечательное, шубертовские сонаты, да. Изумительные совершенно. Да, потом, между прочим... У Ройзмана баховские издания, да, у Ройзмана, он, конечно, по Баху, так сказать, да. Очень специалист, он же ведь был органистом, да. Великолепным. Так что, в общем, это вообще вот, что касается изданий, это очень важно. Вот сейчас ребята играют все, понимаешь ли, вот эти вот из интернета. Да, да, вот они эти вот самые эти. Да, да. Слушай, ты знаешь, там столько и опечаток. И вообще надо смотреть в нормальные бумажные ноты. Там же все, автор все пишет абсолютно. Сколько у Рахманинова, слушай, этюды, картины возьми. В каждом такте иногда, тут тебе сверху и черточка, и точка, и тут тебе и крещендо, и домино. Понимаешь, надо все это видеть. Всегда говорят, что ученики на 90% не выполняют того, что автор написал. Мила Владимировна, понимаешь? Есть такое понятие «культура». Да. Вот когда я учился у Анны Даниловны, было невозможно в ее классе, например, снять руки и оставить на педали звучащим аккорд. Она просто не позволяла. Педаль должна сняться вместе с руками. На концерт, на сцену нельзя выходить в джинсах и в кедах или в кроссовках. Надо выходить в концертной одежде, понимаете? Это все взаимосвязано. Точно так же, как ноты. Должны быть настоящие ноты. А сейчас они зачастую приходят с планшетами, с электронными, понимаете? Да. Это вот это все к одному. Я недавно сидела на экзамене в консерватории, и молодой педагог, одна женщина, ты знаешь, она аккомпанировала своей ученице концерт, и она достала, ты знаешь, я вообще в технике современной совершенно не разбираюсь, это уже не планшет, а какой-то, я не знаю, что-то такое, что... Переворачивать она, я спросила, она, мне не нужно, чтобы никто, надо где-то ногой стукнуть, представляешь, оно само там что-то переворачивается, слушай, ты знаешь, это мне кажется, совершенно недопустимо. Ну, нельзя просто. Ну, нельзя это делать, и приучать молодое поколение, опять-таки, вот то, что они вот все ткнут одну кнопку, понимаешь ли, и вот там им моментально выскакивает какой-то ответ. Ничего, посмотрите внимательно, что написал автор, понимаешь ли, И желательно в ноты, а не в листочки. Вот. В ноты. Точно так же, как литературу. Лучше читать книги, а конечно. Не опять же электронные варианты. Вот. Но это вот, к сожалению, вот эти вот вместе с этим... 21 век, я не знаю. Наверное, с этим ЕГЭ это пришло. А, знаешь, вернуться назад, это очень трудно, это, по-моему, невозможно, ведь целое поколение выросло новое, уже на других принципах совершенно, понимаешь? И они в то же время ведь все говорят, что новое – это хорошо забытое старое, может быть, надо начать вспоминать старое что-нибудь? Надо, вот поэтому я хочу действительно, чтобы обязательно вот
вот вы хорошо оборудовали свой вот этот музей, понимаешь ли, чтобы... И вот, Валера, действительно, вот брось такой вот клич сделаю, в интернете. Сделаю. Понимаешь, я убеждена, что откликнутся люди. Причем прям перечислить. Пожалуйста, пишите или пишите, что хотите, какие-то воспоминания. Сделаю. Фотокарточки, понимаешь ли, вот свои школьные, программки очень важные. Кстати, я когда вот вела эти записи, вот сама, значит, всех заседаний, и у меня там есть, ты видел, дипломные программы ребят, которые играли на дипломах. Понимаешь, там прямо целая дипломная программа есть. Это ж как интересно сейчас посмотреть, что они играли на дипломах здесь при окончании школы. Так что вот это вот обязательно нужно сделать. Николай Владимирович, еще просто вот такие вопросы интересные для меня лично. А как вот вы считаете, вот такие предметы, орган, клавесин, это вот ваше отношение, как вот именно в школе? Вы знаете... Тот же оркестр. Оркестр, очевидно, все-таки для... Вот для струнников особенно, очевидно, нужен. Но, опять-таки, в каких дозах, понимаешь? И с каким репертуаром, наверное. И с каким репертуаром, конечно. Но приучать их все-таки к совместному уже вот такому музицированию оркестральному, в общем-то, нужно, конечно. Но вот как тут самое главное, как мира. Распределить вот в работу действительно всей школы, чтобы у ребят все-таки было время и хоть немножко все-таки отдохнуть и что-то почитать, понимаешь ли, и не перегрузиться, потому что здоровье никто не что отменял. Что ты, половина ребят с искривлениями и позвоночника, и, понимаешь ли, и уже там, и уже психика уже не выдерживает. Так что, в принципе, вот составление вот расписания очень хорошим, вот это вот к вашим уже сотрудникам обращение. Мы сейчас сделали даже с этого года, у нас начальная школа, как и в былые времена, помните, среда, свободный день. Очень хорошо. Мы так сделали сейчас. Правда? Угу. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот это нужно обязательно. Вот как, очень умно и так, знаешь, составить расписание, чтобы это действительно, чтобы они и успевали. Ну, я так грешным делом иногда говорю ребятам, понимаешь, когда нужно все-таки, знаешь, уже в старших классах играют трудные вещи. Ну, пропустишь иногда какой-то предмет. Но это так, между нами говоря, понимаешь? Но, конечно, не злоупотреблять этим, когда они вообще перестают ходить, никуда ничего не знают, и потом и двойки получают, это, конечно, нет. Мы еще забыли про одну такую маленькую сторону их необходимой жизни, как концерты, выставки и так далее. Когда я учился, Анна Даниловна просто, и Анна Аида Степановна, все они, то есть концерты не только пианистов, а и оркестры, конечно, и оперы, конечно, и балеты, и выставки художественные. Конечно. Но здесь... А это же все время, а без этого невозможно, согласна? Валерочка, не только время. Ты знаешь, вот в Большой театр, я там, когда в консерватории, там рядом общежитие, в переулочке в Дмитровском, знаешь, рядом и Большой театр, и МХАТ, и все что угодно. Но нас пускали бесплатно, да, да, давали пропуска. Сейчас, чтобы на Щелкунчика попасть в Большой театр, ты должен заплатить 12-15 тысяч за один билет. Ребята могут, не могут. Понимаешь, эти вот входные не дают. Не дают. В консерваторию иногда дают. Дают, но пускают, и то, если Чичилия Бартоли приезжает, то уже не дают. Сейчас Венгеров играл, нам дали билеты для струнников. Дали. Вот, понимаешь, все-таки иногда дают билеты. А так получается, покупать билеты. Сейчас на классные вечера ввели, знаешь, платные билеты. Но все равно, согласитесь, все равно надо ходить куда угодно. На классные вечера. Обязательно. Без этого невозможно. Обязательно. А это время, согласитесь. Конечно. Которое нужно иметь. А для того, чтобы его иметь, значит, нужно чего-то, чтобы было поменьше. Правильно? Ну, конечно, конечно. Ну вот я поэтому и говорю, конечно, самое главное в школе вот очень-очень внимательно и как-то действительно мудро вот распределить это вот расписание просто такое уже стабильное. А, конечно, нет, без концертов и выставок. Ну что вы сейчас, например,
По-моему, уже, кажется, кончились эти выставки Рафаэля. Представляешь, привезли со всего мира 8 картин Рафаэля, которого никогда этого не было. Вот Антонова была это, директором, да. Потрясающим, понимаешь ли. А эти декабрьские вечера, которые да. они с Рихтером да. устраивали, это же, понимаешь, я очень много ходила сама туда. Людмила Владимировна, а ваше отношение к конкурсам детским? Ой, вот это вот проблема, между прочим, конечно, очень сложная. А когда это все началось, по большому счету? Ведь раньше их не было практически. Нет, детских так вообще так не было. И вообще было мало. И вообще, я тебе скажу, конкурсы в консерватории, чтобы поехать на конкурс, ты должен был пройти отбор. Три. Я сама проходила, понимаешь? Консерваторский, всероссийский, всесоюзный. Да, 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 да. И отбирали потом, ну, человек пять не больше. Да, да. И вот те могли ехать, понимаешь да. ли? А так, как сейчас, пожалуйста, покупай билет, поезжай, мы даже иногда не знаем, куда они едут и зачем едут, понимаешь ли? Конечно, перебор. Перебор. С одной стороны, это, они говорят, стимул. Но ты понимаешь, это иногда стимул кончается тем, что они одну и ту же программу играют несколько лет. Понимаешь, на всех конкурсах. Да. И сейчас, и через год, и через два. Понимаешь, так что толку от этого. А потом, между прочим, они когда при поступлении в консерваторию, вот я часто все-таки сидела, сижу в приемной комиссии, на те, кто проходят специальность, на следующий день уже буквально коллоквиум. Да. Причем коллоквиум – это не просто собеседование. Отметку ставят, которые… Я знаю. И тут начинается. Ой, мама родная, как говорят. Знаешь, ребята, которые играют и Сламея Балакирева, третий концерт Рахманинова, там они на вот такие вот вещи. Слушай, читать с листа ставим. Все уже говорят, слушайте, вы там полегче выбирайте какие-нибудь. Я заказывала иногда в библиотеке ноты. Слушай, детский альбом Чайковского, это Шумана. Лирические пьесы Грига. Шумана тоже эти вот детские эти пьесы. Уже легче не мои. И так ну, плохо да. читают. А знать вообще ничего почти не знают иногда. Я никогда не Одна. Забуду вопрос. Что в финале 9-й симфонии Бетховена? Да. Хор на «Ода к радости» на тему «Диес Ирии». На тему «Диес Ирии». Слушай, одна же ваша выпускница, не буду фамилии называть, которая на всех конкурсах играет, способная девка, руки потрясающие. Ее спросили кто-то о Бартыке. А, я она, знаю. Она вытаращила глаза правильно. Вообще. Говорят, Белла Барток. Да, да. Белла, она решила, что это же, женщина, наверное, да. женщина. Понимаешь, тогда кто-то спрашивает, ну какого пола? Хотя бы. Она не знает. Все-таки, понимаешь, да. ну можно не знать, может быть, его всех, конечно, сочинений, но не слышать, все-таки это великий композитор, понимаешь ли, такой действительно, понимаешь ли, и уже даже не слышать этой фамилии, все-таки тоже. Но я знаю, о ком 11, вы говорите, и мы с вами знаем да, этого человека. 11 лет проучившись в ЦМШ. А? Да, Людмила Владимировна, ну вот опять же, может быть, вернуться к тому, что все-таки, смотрите, этот же человек действительно лауреат, наверное, там 30 конкурсов, причем да. играющий сейчас очень да. хорошо и на очень крупных концертных площадках по всему миру. Да, ну не знаю, это может быть, все-таки, но я не думаю, что это от нежелания, может быть, все-таки времени не хватает на что-то. Нет, не конечно, знаю, времени не хватает, но все-таки, понимаешь, вот ну, есть же, почему-то хватает. То есть получается только это и только… Слушай, ну почему-то у того же Коли Луганского хватает Согласен. Времени, чтобы да. знать очень много. Согласен. Понимаешь, сейчас Миша Воскресенский вот на последнем заседании фортепианом просто в консерватории взял себе нового ассистента, Фаворина. Понимаешь, он все знает. Все знает. Понимаешь, он может нравиться, не нравиться. Понимаешь, да, там я согласен, вот такая сложная фигура, но это музыкант, действительно, который вот успевает. Кстати, и у репертуара огромный у него, и знания колоссальные. Понимаешь? Ну, вот все-таки ребята многие не дураки. Слушай, ну, не твой многие, этот, господи, ну который да. этот
тогда он у Макаровой был. Ну, Харитонов? Нет, ну сейчас ассистент твой. Сенчук? Сенчук. Понимаешь, он же играет и все концерты Рахманинова, да. По-моему, понимаешь ли. Все-таки не дурак, по-моему, совершенно. Понимаешь, все-таки люди, которые действительно... Больше... Но таких все-таки немного. К таких сожалению, немного, да. Понимаете? Ну, это наверное, единицы. Не может быть не много. Может быть, нет. Нет, Валера, это не может быть не много, может быть, понимаешь? Это уже высший пилотаж, запредельно да. Высший пилотаж. Безусловно, котором... безусловно. Конечно, мы их в пример ставим и хотим, чтобы они, так сказать, как-то какую-то планку... И во все времена таких было немного. Конечно. Тут никуда не денешься. Луганские, ну, есть Луганские. Конечно. Мацуев есть, Мацуев. Конечно. Ну, Плетнев есть, Плетнев. Тут да. Никуда не денешься. Да. Вот, так что, в общем, я думаю, что, может быть, наверное, мы можем уже к завершению близиться. Людмила Владимировна, просьба и... такая. Какая? Вот если бы вы сейчас были директором, вот ваше видение, что вот для меня, что вы считаете самым главным с этой школой? Какое вот пожелание такое ваше? Вы всю жизнь здесь провели? Да, Валерочка, конечно, я думаю, что коллектив. Коллектив все-таки... Я не понимаю, что не то, что там кого-то выгонять, понимаешь ли, что-то. Но все-таки, понимаешь ли, сейчас обновляется вообще, знаешь, все поколение. Очень внимательно относиться к тому, кого вы, так сказать, берете в эту школу. Потому что потом, как известно... Традиции. Традиции. Вот наши лучшие традиции, да. Которые были, как только можно их все-таки да. Сохранять. Как только можно. Вот это самое главное, понимаешь, если действительно традиции эти будут все время сохраняться, так и все будет хорошо. Я очень хочу и надеюсь, и уверена, что ты справишься. Спасибо, Людмила Владимировна, спасибо да. Вам огромное. Ой, спасибо. Это...